15 марта 1945 года. В течение 15 марта юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта продолжали наступление, вышли на побережье залива Фришгав и заняли 5 крупных населенных пунктов. С выходом на побережье залива наши войска расчленили восточно-прусскую группу войск немцев на 2 части. В Кольберге продолжались бои по уничтожению гарнизона противника, блокированного в восточной части города. В Венгрии северо-восточнее и восточнее озеро Балатон наши войска отбили атаки пехоты и танков противника. За 15 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 63 немецких танка и самоходных орудия. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 самолета противника.